Всем привет, друзья! С вами Анет и добро пожаловать на канал Real Moscow Project. И сегодня мы с вами прогуляемся по улице Сергея Макеева в сторону Краснопресненской набережной и до Москва-Сити. Москву-Сити мы тоже вам покажем, но уже в следующем ролике. А пока идем гулять по одной из московских улиц. Мы можем там пройти, можем тут. Это все, ну, этот Макеев и есть. Венка – это такая маленькая Вена, или жительница Вены. Смотрите, шок-контент. Человек нажимает на кнопку. Ну и чего? Димка говорит, что Колька Михайлов насчитал за это 500. Неплохо так. Там именно тяжело совмещать рисунок ходил. А чё не к тебе? А? Да, неожиданно. Там при условии, что весь бюджет 60. Это, по-моему, машина охотников за привидениями. Ага. Если вы загуглите какой-то капотный раллийный КамАЗ, то вы увидите вот эту морду. Красиво. Не то слово. Рынки такие симпатичные, новенькие. Ну, это же про инновации. А, с такой красотой переселят людей из старых домов. А у нас в квартире газ. А у вас? Нет, я думаю, что еще должны продаваться эти. В общем, какие-нибудь всякие онлайн-помощники с этим, которые помогают считать платежи за квартиру, вот такие вот вещи. Еще где-то. Мы подошли к почте. И знаете, что мы здесь нашли? Вот чё! Если что, он вам может доставить посылочку с почты. Ну, собственно, ребят, мы прошли всю эту улицу Сергея Макеева. И теперь пойдем немножко в другую сторону от этой улицы, потому что нам нужно дойти до Москва-Сити. Встретимся с вами в следующем ролике. А с вами были Анет и Саша. Всем пока!